Друзья, мы сейчас от входа проведем небольшую экскурсию по мосткам. Мы подъезжаем сейчас на маленькой черной лошади к сафари и едем заезжать на мостик. Посмотрим, кого нам удастся найти. Может, и никого не удастся. Сейчас обеденное время, все спят. Так, сейчас мы занесем лошадку. Она через бордюры не прыгает. Вот тут обычно под этим мостком в уголке у нас любит прятаться Олег. Но сейчас мы его не видим. Мы едем. Вот у нас кто-то здесь гуляет даже. Какая-то львица. Красотка. Мы поедем дальше. Такая будет обзорная экскурсия по всем мосткам, чтобы вы понимали, насколько большое сафари в Таиланде, что не просто его обойти. И когда мы говорим, что мы кого-то не нашли, у нас на то есть реальные причины. Вот мы едем, пока еще только одну львицу встретили. В этой местности еще любят обитать чук с геком. Немножко передвигаясь на Сигвее, дрожит голос, потому что едет по вот такой решетке. Но зато это намного быстрее, чем идти пешком. Кстати, в парке есть прокат Сигвея. Смотрите, какие красивые кусты, если я не ошибаюсь. Это скумбрия крымская. Мы подъедем сейчас к озерцу. Возможно, некоторые моменты будут ускорены. Это я перешагивала бордюрчик. Возможно, будут ускорены некоторые моменты, чтобы экскурсия не показалась вам однотонной. Вот здесь тоже будет чук с геком зависать. И по этим дорожкам проходит сафари. Это такой тупиковая часть мостков со смотровой площадочкой на озерцо. Мы уже его вам однажды снимали. Сейчас я покажу его так. Вот. Ой, зелененько, конечно. Но это природное. Ну, как природное. Выкопанное озеро. Ну, естественно, что это не бассейн. Вот. А теперь поедем вот к чертовому колесу. Бабочка красивая. Мы поедем к чертовому колесу. Там тоже можно вокруг встретить его. Возможно, мы пропустим одну дорожку,
Ну, вы ее увидите, я вам покажу ее так. То есть все мостки между собой соединяются. Шумит дорожка, но зато быстро. Такие полянки красивые. Чёртовое колесо. Вот. Отсек такой получается с самолетами. Его вот можно обойти со всех сторон. Везде на всех дорожках есть урны, куда можно выбросить мусор. Так, здесь у нас высокий бордюр, мы перескочим. Пройдем мы с вами, наверное, вот сюда, к месту кормления львов, где каждое утро в 10 утра приходит человек из мостков, раскидывает им мяско. Никого не видно, все прячутся в тени. Водоем. Львица так и ходит там у нас. Вот здесь вот каждое утро происходит кормление. И львы уже все знают. Вот там мы заезжали, видите? Вот в том уголке мы заехали на мостки. Сломали вторую лавочку. Эти 200-тонные тушки сломали еще одну лавочку. Красоточка гуляет. Мясо продают. Так. Мы опять переступим. Не хочется прыгать на мостках. Объедем немножко туристов. Так. Все. Вот здесь вольер с белыми львами. Олег Алексеевич хочет, чтобы здесь образовался белый прайд. У нас здесь Мона лежит, которая отказалась выходить в сафари. И здесь же с ней живет Леон, который тоже отказался. Сейчас мы посмотрим на него. Вот наш Леон спит. Сейчас обеденное время, спят все. Так, проехали мы чертовое колесо. Колесо обозрения. Но мы посмотрим на него с другой стороны, заедем. Можно заехать с любой стороны. Сейчас мы проедем мимо вольеров. Мимо вольеров. Никого нет. Ни под мостками. Вот они все, красавцы, спят. Посажены деревца. Посмотрите, регулярно поливают. Деревца вон принялись. Будет такое, как дополнительное ограждение между вольерами. И вот они, красавцы наши все. Сегодня нам рассказывали, что где-то здесь Лейла. Только вот кто из этих всех товарищей, подруг Лейла, очень сложно ответить. Ой, там поваляшки, поваляшки. Сейчас подъедем. Баю, баюшки, баю. Сильно не будем останавливаться, потому что иначе это будет вообще очень долго. Мы к ним придем вечером еще.
Вот ты кто? Ну, это вряд ли. Вот, может быть, Лейла. Богатырский сон. Вот здесь. О! Ой, ну, с высунутым языком это наверняка клёпа. А тут на ушко что-то садится. Ой, ой. Баю, баюшки, баю. А тут у нас кто спит? Кто спит здесь? А это может быть, не вижу, может быть Кай. Вот еще у нас девушка, ну это взрослая девушка. Это девушка взрослая. А вот девушка помоложе будет. И девочка будет помоложе. Тишина. Обед – это обеденное время. Обеденное время – это просто какой-то львиный сплошной сон в парке. Смотрите, какие маки. Какая краса. Пока мы тут с вами... А это акация цветет. Пока мы тут проводим мини такую экскурсию, быструю обзорную экскурсию. Это известная машинка. Ходят легенды, что на этой машинке перевозили львов. Но вот в Белогорском районе машинка сломалась. И львы разбежались. А Олег Алексеевич их всех собрал и поселил в тайгане здесь. Вот так вот. Пока мы проводим обзорную экскурсию, начался небольшой дождь. Ну, дождик мелкий, и сегодня жарко, плюс 29, довольно-таки приятно. Бордюрчик перескочим. Вот там любит зависать Марсель. Вот кто-то там валяется, кстати. Кто-то там валяется. Если нам будет видно. Вот там вот переворачивался кто-то. Может быть, это, конечно, и Витя с Филей. Но может быть и нет. Мы едем на колесо обозрения. Немножко прыгаю здесь. Вот, смотрите, огромная просто территория. Вот мы шли вот там по мосткам, видно? Вот по тем мосткам мы шли. Теперь мы идем вот здесь. Смотрите, как красиво. И львы все попрятались. Вот так вот просто их так и не найдешь. Поэтому люди и заказывают экскурсию ко львам. Вот, проедем назад немножко. Вот по этому мостку можно выйти вот туда, к вольеру с львом, Леоном и Моной. Бордюрчик перешагнем. Наш черненький пони
через бордюры не очень перескакивает. Вернее, всадница боится улететь с маленького черного пони. Вот мы едем по лесу. Это все сафари, и это не предел. То есть за колесом просто заканчиваются мостки, а за колесом еще дальше продолжается сафари. Что ж такое прыгаю я? Как по рельсам. Колесо можно пойти прямо. Прямо будет кафе. Там можно купить водичку. А можно вот его объехать. Ой, смотрите, какой альбатрос, что ли, полетел. Можно вот объехать с двух сторон. Собственно, так мы и сделаем, потому что там более пологий спуск. Какая красота! Здесь даже есть большущий вольер с обезьянами. Вот яванские макаки, если я не ошибаюсь. Вот она сидит. Ай, размывается. Сидит возле трубы и попрошайничает. Вот у нас колесо обозрения работает, между прочим. Мы спускаемся. Опа. Вот там вот продолжается сафари. Саванна крымская. Очень советуем прокатиться на колесе обозрения. Сверху открывается отличный вид. Вот дальше сафари. И если какие-то львы где-то там и прячутся, то нам их не найти, этих львов. У нас бордюрчик, нам придется объехать. Везде вот, пожалуйста, спуски для колясок. Есть, в принципе, никаких препятствий. Вот. Ой, какой здесь запах великолепный. Это вот это вот. Вот эти цветочки пахнут. Ой, прям очень пахнет. Очень приятный аромат. Смотрите, какая красота. Такой получается островок среди сафари. Вот кафешечка. Ага, вот в кафешечку мы просто так не спустимся, пешочком только. Ну, кто-то кепочку забыл. Много кто забывает. Давайте подойдем, покажу вам обезьянку. Вот здесь у нас обезьянка. Ай, ускакала куда-то. Обычно вот здесь сидит и попрошайничает. А, вот она вот здесь. Вот она вот здесь, обезьянка. А мы до тебя не дошли еще. Я так, налегке. Вот по этому мостику можно выйти на центральную аллею. Но мы поедем вокруг. В кафе есть кофе, чай, мороженое. Покушать не покушаешь. Туалет вот там. Покушать не покушаешь, но в
вполне можно охладиться. Вот. Поехали на мостик. И туалет. Вот тут у нас где-то любит зависать Марселюшка. Никого не видно. Все прячутся в тени. Рекомендуем оставаться с ночевкой. Вечером просто можно услышать концерт львов. Утром на рассвете вас этот концерт разбудит. Очень здорово. Все, кто оставался с ночевкой, все в диком восторге. Потому что ощущение, как будто ты ночуешь где-то в Африке. Мы с вами поедем. Вот, в принципе, закончились мостки, но далеко не закончилась саванна тайгановская. Так, сейчас мы объедем туриста. Помчали. Ветерком. Вот мы приехали оттуда. Мы были там, туда мы ходили, в тупиковый обзорный такой мостик там. А здесь мы выезжаем на центральную аллею. Вот мы проезжали уже здесь. Вот это единственный мостик, по которому мы проезжаем второй раз за все это время. Вот представьте, сильно не останавливаясь, передвигаюсь в принципе со скоростью, ну, довольно-таки быстрой. И у нас ушло больше 20 минут, чтобы пройтись по мосткам. Не пройтись, а промчаться. Люди пешком тратят на это дело около часа, чтобы пройтись по мосткам. А если еще где-нибудь подзастрять у львов, то это явно больше часа будет. Так. Спускаемся. Потихонечку спускаемся. Смертельный номер. Ага, вот тут нас ждет препятствие такое. Вроде сеточка есть, там бордюрчик. Ну вот, вот мы на центральной аллее. Мы проехались с вами по всем мосткам, которые есть в парке. По всем. Мы не оставили без внимания ни один мостик. Потом проведем экскурсии в других частях парка. Попытаемся показать вам полностью весь парк.